Наконец-то свершился прорыв в науке, которого мы все так долго ждали. Фитнес в бутылке. Я Шанет Маклоклин, представляю вам очередной обзор прессы. Nestlé больше известна как компания и производитель Nespresso и киткатов. Но ученые этой компании очень долго работали над этим проектом и, наконец, смогли выделить энзим, который регулирует метаболизм и содержится в добавке, которая известна как C13. Информация о находке была опубликована в научном журнале «Химия и биология» в июле этого года. Этот энзим потенциально может имитировать жиросжигающий эффект силовых тренировок. Тем не менее, нам не стоит рассчитывать на появление жиросжигающих батончиков или напитков в ближайшее время. Тесты на животных начнутся лишь через несколько лет. На данный момент ученые Института здравоохранения Nestlé подыскивают натуральные вещества, которые могут служить активаторами этого энзима. Один аналитик так прокомментировал этот проект Nestlé. В ближайшем будущем граница между пищевой и фармацевтической промышленностью станет очень размытой. Компании с самым разнообразным ассортиментом полезной продукции станут лидерами рынка. Ученые компании Nestlé на данный момент проводят эксперименты с экстрактами различных овощей и фруктов, чтобы выяснить, какие из них смогут модулировать работу энзима, который известен как AMPK. Этот энзим может влиять на метаболизм в теле человека и помогать более эффективно перерабатывать сахар и жир. Главная цель этого проекта – разработать пищевой продукт, который будет имитировать или усиливать эффект физических нагрузок для людей с ограниченной подвижностью, которая возникла в результате диабета, ожирения или возрастных изменений. Один ученый, который наблюдает за исследованиями Nestlé в области диабета и влияния суточных ритмов на организм, сказал, этот энзим поможет тем людям, которые не могут справиться с постоянными физическими нагрузками. С помощью этого вещества вы сможете активизировать процесс метаболизма и заменить 20 минут бега или 40 минут езды на велосипеде умеренными нагрузками, такими как ходьба. В итоге вы получите тот же результат с меньшими усилиями. Кажется, что компания Nestlé находится на верном пути с точки зрения удовлетворения спроса потребителей. Об этом говорят и данные исследовательской фирмы Euromonitor International. Ожидается, что полезная еда, такая как паста без глютена или органический сок, вытеснит традиционные продукты в 2019 году. Подобная тенденция продолжается уже на протяжении 10 лет. Тем не менее, один специалист по обмену веществ и профессор университета Глазго относится к этому проекту скептически. Успешная попытка создать продукты питания, которые будут стимулировать метаболизм и имитировать физические упражнения, это просто чудесно. Можно сказать, что это священный грааль медицины. Но, как известно, бесплатного сыра не бывает. Еще ни один подобный продукт не прошел клинические испытания. На этом очередной обзор прессы подошел к концу. Смотрите завтра свежий выпуск нашей программы на Докоскопе ТВ. Всего доброго!